Итак, ладно, давайте начнем, ребят. Всем еще раз привет, добро пожаловать. И продолжаем Stellar Blade. Итак, давайте займемся тогда сначала квестами, которые сейчас еще доступны. У нас там пару квестов Вейда 7. Плюс есть еще несколько квестов Великой Пустыни, которые... Ну, пока что мы не попадали в эту локацию, она недоступна. Или я что-то не знаю, или нужно пройти по сюжету, и она откроется. Ну, посмотрим в процессе. Так, отправьтесь на тихую улицу, добудьте код доступа к сети. Это тоже Великую Пустыню, сколько я помню. Ну, погнали в зал архивов. И да, я тут не стрима собирал банки, и, по-моему, я собрал парочку очков для дрона. Да, о. Теперь мы сможем находить банки легче. Так, и все пока что. А, мототака. Да, это я. Йо-йо, шиппацдане. Джа, чумби ва ика? Нет, не готово, мы идем в другую область. А именно в Вейда 7. Так, и все. Приехали. А, в смысле, тут нет карты. Ну ладно. Не, ну хорошо, что мы сможем всю область изучить. Вдруг где-то тут банка пропущена. Так, попробуем. Да. Блин, вот то, что карту не сделали тут, конечно, это уже печально. Все-таки лучше еще дальше. Тихо, все. Они уже трупы. А, вот еще почему нам по сюжету нужно. Чтобы открыть прокачку. А то мы уже изучили все на данный момент. Там почти все, один навык остался, который не очень нужен. Так, лежать. Ай! Блин. Хорошие ракурсы. Хорошие ракурсы, хороший костюмчик. Все хорошо. Прекрасная игра. Так. Там что-то есть. Так, тут можно отдохнуть.
охладите свои буканы, пацаны. Твою! Хотел сделать все красиво, получилось все ужасное. Ударил грязь лицом в грязь. Опозорился перед пацанами и девочками. Прекрасно. Так. Кирок-хоканко. Мата коко не кру то ва не. 入り口を調べてみましょう。調べてみます。何が出てくるかな? Ну давай, разбирайся. Какого? Внимание, вы пытаетесь получить доступ к запрещенным материалам. Содержание этих материалов является недоступным согласно учениям Матери Сферы. Доступ к ним строго запрещен. Имейте в виду, дальнейшие попытки получить доступ к информации будут считаться нападением на мать-сферу. В смысле? Ладно, они еще прикольно с этим экраном сделали. Как будто нас предупреждают. Подражаем Йокотару. Он тоже такое любит. Вы помните в Нир Реинкарнейшн, что мы недавно проходили, там тоже были парочку таких моментов. Ну ладно. То есть в итоге только зря приехали. Кстати. А, кстати, а тут для нас ушего товарища нашел костюмчик случайно. Костюм мусорщика. Ну. Что лучше, ребят? Сточная крыса или мусорщик? Наверное, мусорщик. Анатолий, да не, вряд ли. Тут вряд ли будет так, что нужно будет игру три раза пройти. Так, обыщите библиотеку. Так, стоп. Разве мы сейчас на тихой улице? О, вон там. Видно. Что-то наверху. Думал, я попадусь. Да, блин. Попался на другие. Ну, технически на внезапную атаку я не попался. Остальные не считают. Так, привет, привет тем, кто только подошел. И с кем не здоровался. Ну,
Новый Зер, ну не знаю. Она больше на кого-то другого подходит, но не могу вспомнить кого. На мою Дельгарду из Ронина. О, да. Вот эта контратака стала еще более зрелищной в этом костюме. Можно его взять? Это где? Да, все-таки без карты неудобно. Ориентироваться. Ну, в смысле, или я под костюмчик, под этот как-то короткий лучше подходит. Под стандарты длинный подходит, как по мне, больше. О, там что-то есть. Это биткоины, которые нам нужны для костюма. Надо их открывать. Так, а тут его нету больше. Тут вроде были пару интересных мест, которые я не смог осмотреть, поскольку не было прыжка двойного. Вообще-то тут можно было подняться по лестнице, но, ребят, но мы же не ищем легкие пути, верно? Легкие пути — это для слабаков.
чуть-чуть сломали ноги. Бывает. Так. У нас тут. Тут 5 ракет. Но это я не так часто использую. Потому что что луч, что вот этот стингер бесполезен. Так, я понял. Сейчас будем спускать тут воду, наконец-то, и осмотрим много мест, которые не могли. Ну, Илья, ну так неудивительно. Не в воду. Как прекрасно она все-таки крутится в некоторых комбо. Жесть. Так, а где я? А, вон он. Ну, Изер, посмотрим, мне самому интересно. Как и говорил, думал, одна из этих сфер прокачек будет прокачка дрона, а оказалось, что нет. Дрон вообще в другой стороне качается. Так что прямо интересно будет. Ну, очевидно, что тут еще много проходить. Мы не спешим, тем более. Там у меня знакомый на изи только по сюжету прошел ее за 15 часов. Тупо по сюжету вперед. Не, этой игрой все-таки нужно наслаждаться и изучать ее, как мы делаем.
бежать. Блин, эта тварь еще жива. Отлично. Куча новых плюшек сейчас будет. Да. Ну, я не знаю, как у других, но лично у меня... Лично мне хочется именно вот так проходить, как сейчас мы проходим игру, не спеша. Я не хочу ее закончить по-быстрому. Хочу изучить ее получше, понять мир и так далее. Ну, мы уже и так много поняли, благодаря тому, что читали всякие записки. Собирали всякую инфу. И повыполняли. Уже... Так, твою! Блин, я блок поставил, а тут не надо блок. Давай, давай. Что добивание ему сделать? Оу. Воу. Так, вот это добивание, по-моему, мы впервые видим. Тут я такое не помню. Так, тут, походу, все, больше ничего нет. Монетка. Так. Нужна батарея. Ну вот, Илья, ну почему вот ты так делаешь? Не мог с нами нормально посмотреть. Эх, ладно. Так, тут больше ничего. Хотел записочку почитать, а тут просто небольшие. Ой.
искажать. О, ящик. Ну, только вот у нас кода нету. Да блин! Вот почему? Ты играешь через карту захвата, у которой лаг. Нужно реагировать еще быстрее. Блин, я же был на километр от него. Конечно, столько всего сейчас открылось. То есть получается, что тут они специально спрятали довольно большую локацию, которая открывается только вон, после того, как проходишь этот пролог. И открывается и город, и большая открытая локация. Ай, да чё за... А вот, ребята, и банка. Костюмчик еще ближе. Так, это 22-я, по-моему, банка уже. Да, 22-я. Ляда, поняли, поняли мы. Я же не серьезно. Я не хотел. Блин, тут ничего, серьезно. Сработало. Я вовремя нажал. Заходим. Мысли у тебя плохое предчувствие. Подожди. Я бы хилки себе пополнил, но ладно. Вот-то.
Да, ребят, что-то тут как-то... Она здесь. Называет нас предателями. Мы просто не хотели оставаться в городе. За что нас объявили предателями? Она нас преследует. Не знаю, сколько мы еще продержимся. Да. Рано. Больно. Мать-сфера мудра. Она спасет нас от надвигающегося рока. Потому мы будем исполнять волю Матери Сферы на земле, как на небесах. Мы вернемся в колонию. С прибытием ангела начинается наш путь к спасению. Мы вернемся в колонию. Цена утраченных воспоминаний будет уплачена. Мы обретем новые воспоминания. Воля Матери Сферы неоспорима. Мы всего лишь освободились от заточения в колыбели. Никакие мы не предатели. Кто-то должен знать. Вот. Ну тут камера залезла наверх. Ладно. Смут оставил прямо. Я тут больше никого не вижу. А вот. Будем жить в нашем маленьком храме, храня в сердцах веру. Мы не принимаем жестокие городские законы. Я могу лишь молить Матерь о том, чтобы этот покой продолжался вечно. いいえ、私たちの武器とは違う。おそらくだけど、地上にいた手だれの兵士がやったんだと思う。理解できないな。敵ではなく味方にこんな真似をするなんてありえない。でも一つはっきりしてる。犯人はこの惨劇を隠すためにプラザを水没させた。おおか。どうだろう。断定はできないな。どうする気だ。 ひとまずメモリースティックを回収しておきましょう。どれもまだ無事だといいけど。 Очень интересно. Мы узнали причину, почему тут все затопили. Так. Нужно найти эту библиотеку. Ой. А, стоп, библиотека, по-моему, в Матрице, а не здесь, нам сказали. Фу ты. Вот почему.
Я ничего не нашел. Точно. А у Матрицы 11 нам как раз по сюжету. Я тихая улица там написано. Ладно, что-то я не понимаю. Вот что значит начинать квест на каком-то другом стриме, потом продолжать его на другом. Так, ну тут как больше не на что смотреть. Ну, Илья, в первый день 1 000 000 копий точно было. Я видел какую-то новость про это. А как там на деле, посмотрим. Видишь, после того, как вскрылось то, что зацензурили костюмы, я видел, там многие сделали рефанды цифровых версий. Диска нет, потому что на дисках там не зацензуренная версия, если не устанавливать патчи. Костюмчик. Разведчик пустоши. Илья, на 2 костюма. Правда, я там видел, ребята проанализировали трейлер, и оказалось, что костюмов намного больше, даже зацензуренной в версии 1.0.0. Потому что в трейлерах есть те же самые костюмы, что в игре, но там они немного более откровенные были. И, кстати, я там даже вот только перед стримом как раз случайно наткнулся. Где этот костюмчик? Вот этот костюмчик тоже изменили. Этот костюмчик был без черных... как они на русском называются, вот эти. Ну, короче, вы поняли, вот эти. Ну, если честно, мне больше нравится так, но он... его нашли, что он был без. По-моему, в туториалах тут есть какой-то с костюмами. И это как раз этот костюм светится. Чулки, да. Без них. Или будет такая разновидность чуть позже этого же костюма, или... Ну, тут я не знаю, не зацензурили или нет. Все-таки... Чулки, как по мне, делают ее намного более... Но, возможно, это из-за того, что мне так нравится больше. Тут трудно сказать. Ну да. Так, ну все, можно идти сдавать квесты тогда. Который мы выполнили. Стоять.
О, это походу код от того сундука. Еще бы вспомнить, где он там был. Где-то внизу. Да блин, где был этот чертов? Да не, Зев, почему нет? Нужны и обычные костюмы. А, вот он. Вот ты, блин. Ну, Илья, знаешь, как бы начинается все с малого. И поэтому люди недовольны. Как говорится, вы должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему. Так, наконец-то можно отдохнуть. Ну, как минимум, там они уже анонсировали, что новую игру уже делают. Синглплеерная. И она уже не будет эксклюзивом плойки, она будет мультиплатформой. Сразу.
А, Тихая улица, это, собственно, как раз начало. А, блин, точно, я и забыл. Там же та библиотека, где мы книгу читали. Да, вот, собственно, костюмчик новый, который мы получили, разведчика. Давайте его оденем, чтобы посмотреть получше. Ну, слушайте, вот это просто... Изер, ты про него? Как бы он в смысле не вписывается. Да вроде вписывается нормально. Да не, хорошо смотрится. Вот побегаем в нем немного. Привет, кот. Вот, чё горим, чё случилось опять? Не, ну прикольный костюмчик, мне нравится. А, блин. Как бы в джинсах, так сказать, жопа еще больше выделяется как раз таки. Так что... По идее, тем, кто нравится, кому нравятся большие жопы, понравится это еще больше. Так, ну ладно, короче, мы посмотрели на него, хороший костюм, вернем обратно ведущий. Изер, да не, нормально. Я когда выхожу на улицу, многих девочек... Девочек, девушек вижу таких. Некоторые даже перебарщивают, как по мне. Так что вполне реалистично выглядит. Привет, Арбанос. Кстати, может тут сундук? Так не открыли в свое время. Может я пароль уже подобрал к нему? Да, походу. А! Это как раз по квесту, точно. То есть, ребят, этот сундук... Ребят, этот сундук был еще в демо-версии. Я пытался там его открыть, но так и не смог найти. Я думал, что я слепой.
Оказывается, нет, я не слепой. Просто он открывается. Вот как. Надо квест пройти. Точнее, взять его, когда будем в городе. Кстати, а тут что еще? Ага, вот это в матрице. Великая пустыня. Теперь никто не помешает нам смотреть десантную капсулу. А, это понятно. Аж в конце локации нужно. Блин, сегодня немного рассеянный, я просто не выспался сегодня. Как уже говорил, там где-то до 3,5, почти 4 часа мучился. Потом 6 часов устал, поэтому я немного сегодня рассеянный. И забывчивый. Так, мне нужна библиотека. В смысле, я не открыл ее? Я проходил несколько раз демку, но последний раз, когда проходил для записи и для сейва в полную версию, мне казалось, я открыл эту дверь. Но, видно, нет. Смотрите, как мы теперь можем. Так, сохраняемся. Вот и библиотека. フランシスが探してるのは御言葉の書。調べてみよう。Да чё за... Я добивание ему сделаю. Он ещё жив. に黄金の円があしらわれてる御言葉の書。私も昔はよく読んでた。中を見てみよう。О, нам тоже дадут почитать. Потому мы будем исполнять волю матери сферы на земле, как на небесах. Это ложь. Нас всех обвели вокруг пальца. Нас убивали не чудовище, а мать сфера. Тот, кто читает это, услышь меня. Я никогда свято... Я некогда свято верующий Феликс. Заявляю, мать сфера, ложный бог и зло, который намеревается нас убить. Давай, Илья. Ребят, какой сюрприз, верно?
Ну, очевидно, кто у нас будет финальный босс.戻ったのですね。無事でよかった。これもマザースフィアのおかげです。兄が残した本が見つかりました。ええ、ここに。感謝します。これを見るのはいつぶりか。どれどれ。何ですかこれは。見つけた時にはそうなってた。ですが、あの信心深い兄がこんな真似をするなんて信じがたいです。 こんなのありえない。何かの間違いだ。一体どうして。ひとまずこちらで調べます。それとそのこの話はどうか誰にも話さないでください。ええ、いずれにしろ話す相手もいない。マザースフィア、主よ、まだ私の信仰心をお試しになるのですか。あんまりです。 Так, отлично. Ну, Илья, бывает. Надо еще пойти отдать туда. Во время вылазки за ресурсами мне попался странный корабль, брошенный посреди пустоши. О! В нем были подозрительные контейнеры. Один из них заблокирован паролем. Похоже, на корабле скрывалась некая группировка. Судя по тому, как выглядит это укрытие, куда приходили помолиться последователи какой-то религии. Полагаться на веру в такое время тоже мне. Зачем тратить время на молитвы, когда можно собирать ресурсы? В любом случае, это место надо тщательно исследовать. Загляни туда, если умеешь расшифровать пароли. Если внутри найдется что-то ценное, это очень поможет Ксиону. А если нет, что ж, ничего не поделаешь. 祈りを捧げてたの。 Так. Ну все, отлично. А, блин, забыл этот квест еще. Ладно, потом. А все равно нужно было перемещаться. Сюда, а потом к Лютеру. Упс. А, この前の女の子だよ。 天使様, この間の人がこれプレゼントだって。 あ, それとね, 本当にありがとうって言ってたよ。 待って, その人はどんな見た目? Что за деденька? Что вообще происходит? Со, сева такая, но маску снята, кара, кого я не понимаю. Маска. Доко не идти, кому, а таш киете не я. Ано, мо идти и. Ребят, очевидно, что тут будет что-то еще.
более интересное с этой девочкой. Ну все, продолжение следует. Ну, в каком костюме, это уже хороший вопрос. Кстати, насчет костюма медведя. Тут есть же костюм медведя. Это серьезно. Поэтому его нужно открыть обязательно. Так, ставимся. Так, и следующий квест надо сдавать. Да. Привет, концентрат. О, тенси! Юки-нинген-но-кироку-а-мицкатта-кай? Рок-га-какатте-те, накамми-ва-какунин-деки-накатта. Гомен-насай. Сока, рок-га-какатте-та-ка. Да-кедо-хироку-га-ар-кото-ва-вакатта. Дай-хаккен-да-йо. Нани-га-нан-де-мо-ицка-коно-те-де-шинсо-о-цки-томе-те-ми-се-ру. 歴史はそう簡単に消せやしないよ。 И готово. Так, ну что ж, погнали в пустошь. Да, погнали в пустошь к кораблю. Разберемся там. Телепортируемся туда. Ну и Растов, чей труп найдем, это уже хороший вопрос, но не удивлюсь. Коняшка. Капну. Недалеко. Ну, коняшка, давай. Воу. Вот это тоже что-то новенькое. Жестко как-то. Ох, тут столько мелочи. Ну уже соберитесь на пасу.
И теперь вопрос, а как его расшифровать? Где же найти то, что нужно, чтобы его открыть? Вот это очень хороший вопрос. Я думал, мне тут что-нибудь дадут сейчас, но нет. Дали. Давайте осмотрим корабль. Может, тут где-то что-то валяется. Какая-нибудь подсказка. Можно? Нет, нельзя. Так, там сундук я открыл. О, кстати, тут есть одна локация, в которой я так и не зашел. Хотел перед стримом пойти туда банку взять, но не успел. Это было. Сейчас пойдем как раз туда. Ой, нет. Да, блин. Ну, там можно наверху запрыгнуть. О, тут что-то есть. И, ребят, тентакли. Только они, к сожалению, нашей героине... К сожалению, в смысле, к счастью, оговорился. Ничего плохого не сделает. Конечно. Это было красиво. Так, ну тут мы уже бывали по квесту и ничего нету, к сожалению, тут. А хотя не, стоп, вот. Тут ничего интересного нет.
По идее, можно только убиться. К сожалению, никаких паролей тут нету. Вверху тоже ничего не видно. Попробуй там на корабле запрыгнуть наверх. Мне игра, конечно, даст это сделать. Нет, не даст. Давай, Виктор, твой ночь. Короче, я хз, где этот пароль. Возможно, он вообще не в этой локации. Он наверх никак не запрыгнуть. Вон туда. По сканеру там ничего и нету. Тоже не пускают. Ну, тут я уже тоже заходил. Я надеюсь, мы найдем потом дальше по сюжету. Или, возможно, как раз ту локацию, которую я сейчас собираюсь. Тут недалеко есть место интересное. Нужно вот сюда попасть. Это нужно пройти здесь где-то. Акеша, ты про что? Телефон.
Я думал, это как-то связано с тем паролем, который я не могу найти. Зира, а где именно? Раз ты посмотрел. Сейчас сначала тут закончим, потом скажешь. Чё, обнимашек хочешь? Вверх нет. Так. Где тонкая дорожка? Вот здесь. Так, купальники есть? По-моему, да, есть купальники. Угу. Понятно, значит, потом пойдем туда. Мне не страшно, мне не грустно, я ни о чем не жалею, на душе спокойно. Как здорово, что я умираю не в муках. Ну, что-то я не верю, ну ладно. Так, 20.04. Вот там придется что-то сделать, походу. То есть одна. Где должна быть еще одна, что ли? А, стоп, а третья будем мы своим весом. А нет. Хотя вот еще тут можно. Попробуем. Вот оно в чем дело.
Окей. И тут банка, по идее. Ребят, уже 24. Айзер, великий в пустыне. Понятно, короче, мы даже ее не получим сейчас. Куда, может быть, сможем как-то прыгнуть? Я, по-моему, я тут туда все-таки уже заходил. Зер, нет, нельзя. Пока ты его не увидел, ты не можешь ничего ставить. Да, я тут заходил уже, брал, когда собирал банки вне стрима. Я тут еще плюшку собрал. И, по-моему, я видел этот алтарь. О, тут плюшка есть. Тут больше вроде ничего. Изер, понятно. То есть тут вообще еще интереснее. 6 кусков нужно пароля собирать. Именно поэтому нам, собственно, и дали квест. Пустошь, антенна. Развалина рук. Здание. Вон. Где комната Аарона? Мы так ее и не нашли. Аптека.
А, блин, не телепорт. Ну ладно, тогда придется тот квест оставить на потом. Так, ну рух. То здание, которое рухнуло, я знаю, где там проходили. Вот я что-то сундука там не помню. Ага, есть подстава. Кстати, кто дробовик хотел? Ну, почти. Даже не убивает их до конца. Еще один день на смарку. Мне не попалось никаких ценных ресурсов. А ведь именно по ним, судя чего стоит собиратель, нельзя возвращаться в Ксион с пустыми руками, иначе меня отправят в колыбель. Визир, правда? Сейчас попробуем. Вроде туда заходил.
Ребят, меня давно не слышно? Потому что в какой-то момент я, походу, выключил микрофон и... Да. Блеск. В этот момент я выключил микрофон, и горячая клавиша не сработала на включение обратно. А, 5 минут? Это немного, ладно. Когда не все так плохо. Вы издеваетесь, это он. Блин, я вообще не в ту сторону искал. Каждый день я прятался на пути изгнанника, чтобы наблюдать за тем, как Оркл претворяет в жизнь свои планы. Поразительно. Я видел, как они хватают биотивов и притаскивают их обратно в Ксион под покровом ночи и перед рассветом. Этот безумный старик отлавливает биотивов, чтобы держать в страхе жителей города. Очень жаль, что нет никаких улик. Все, что осталось, уже должны были почистить. Единственное доказательство – то, что я видел. Но хуже всего то, что Рейли, стражница, которая была в дозоре, заметила меня. Мне удалось скрыться, но я уверен, что псы Оркала придут за мной. Мне конец. Невыносимо смотреть за злодеяниями Оркала и его стражей. Но если меня схватят, то будет с моей сестрой, которая останется одна. Как свободный гражданин, я решил в первую очередь защитить свою свободу. Возможность исправить ошибку еще представится. Будет лучше, если эта запись попадет в правильные руки. Слава Альянсу освобождения Ксионы. Ну, с самого начала было очевидно, что с дедом что-то не то. И не все так просто тут. Так, надо срочно похилиться. Так, вот этот квест дальше в капсуле. А, модоттака. Йо-йо, шиппац да не. Джа, чунби ва ика? Нет, мы еще не готовы. Они столько раз уже нас спрашивают. Будет какой-нибудь боссик или как? И все пройдет быстро и легко. Это все? Ну ладно.
Я думаю, сейчас вылезет еще кто-нибудь. А вот теперь точно все. Можем наконец-то отправляться по сюжету. Смотрим, что это за серьги. Вот эти. Ну, такое себе. Так, ребят, давайте тут сделаем маленький перерыв, после чего пойдем наконец-то по сюжету.